Владимир Владимирович анонсировал выплаты всем пенсионерам по 10 тысяч. Ну и пускай выплатил, и что толку? Нет бы по 100 тысяч выплатил. Поделитесь ощущениями. 10-то тысячки нет, как собака кость. Хорошо им, только я еще пока не пенсионер. Нет еще. Тоже спасибо Владимиру Владимировичу Путину за добавленные 5 лет. Я рада. А чего радоваться-то? У меня пенсию украли. Вот если бы каждому пенсионеру 10 тысяч просто каждый месяц прибавили, это было бы что-то реальное. Владимир Владимирович объявил всем. Ну, не надо мне этих 10 тысяч, пускай возьмет себе. Вот это вам тоже не надо эти 10 тысяч? Не надо, а зачем? Дадите нам тогда. Ладно, хорошо. Вы что, с ума сошли, что ли? Люди, я надеюсь и предполагаю, что, конечно, пойдут голосовать против «Единой России», потому что она уже всем, ну, извините, надоела. Это подачки какие-то получаются? Должен был тоже это сказать. Зачем это нужно? Спасибо. И спасибо. На выборы пойдем голосовать обязательно. Пойдете? Против действующей власти, конечно. Если бы 10 тысяч прибавили бы каждый месяц пенсии моей, добавили бы 10 тысяч, я бы, да, порадовалась. Не смешите меня. Почему? Да. Поддержите «Единую Россию»? Не поддержу. Она себя дискредитировала. Все это для народа делают. Мамочкам платят. Бросьте вы для народа. У меня пенсия 8 тысяч. Я буду очень рада, если мне дадут. На что планируете потратить? Наверное, на таблетки. Желательно бы каждый месяц платили. 10 тысяч сверху? Да. Желательно, чтобы каждый месяц получать по 10 тысяч. По 10 тысяч? Лишних. Сверху, что ли? Конечно. Поделитесь ощущениями. На 20 тысяч продукты все подорожают. Вот и все. 10 тысяч. Ну и что? Меня государство, у меня 1,8 коэффициент, а сделали 1,2. Ну сколько убавили? Как тебе сказать, паренек? Положительно, естественно. С чем связана, как вы думаете, эта акция? Акция? С выборами, естественно. Вовке Путину надо же продвинуть себя. Все не было, а тут бам-бам. Да. 10 тысяч. Ну, что так... это? Перед выборами. В смысле перед выборами? Да. Ну, как поощрение за то, чтобы проголосовать, выбрать новую думу. А как думаете, с чем связана такая акция? Так, ну, подорожание. Ведь все же подорожало. Хочет помочь? Так, ну, пенсионерам, да, не хватает, чё ж. А как вы думаете, с чем может быть связана вот щедрость такая? С выборами только. Вот, перед выборами показать, покрасоваться. Что мы думаем о населении. Как вы думаете, с чем связана данная акция? Мне кажется, с выборами. А при чем тут выборы? Ну как же, чтобы за «Единую Россию» голосовали. Ну вы что? Да-да. Откуда вы знаете? Это все для идиотов, да. Все понимаем. Да, мы понимаем, что это для идиотов. Я как заслуженный пенсионер, конечно, как бы должен был радоваться этому, но я понимаю, что это предвыборный ход для «Единой России», как бы популяризация этой партии. Это подкуп. Да, задабривает свой электорат. Задабривает свой электорат, правильно. Причем его не трудно задобрить, потому что электорат бедный. И 10 тысяч для пенсионеров – это большие деньги. И еще у меня вопрос, конечно, почему пенсионерам 10 тысяч, а военным 15? А почему пенсионерам по 10, а военным по 15? Мне вот это интересно. Это не должно вас касаться. Почему я военных больше любят, чем обычных пенсионеров? Хотя у них зарплата намного больше, чем у пенсионеров. И пенсия тоже намного больше. Да. На самом деле, я думаю, наши пенсионеры заслуживают намного больше, чем единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Как вы думаете, для чего это делают? Ну, что делают люди, когда заходят на предвыборную кампанию, конечно, повышают свои рейтинги. Собственно, для этого и сделано. Вы думаете о партии «Единая Россия»? Будете за нее голосовать? Я думаю не про партию «Единая Россия», я думаю о том, что народу нужно реально подниматься с кровати, выходить и голосовать в режиме реального времени, чтобы приходил конкретный человек, отдавал свой голос, а не чтобы потом под его подписью выходили левые голоса.